Здравствуйте, друзья! Опрос на моем телеграм-канале. Кстати, на момент записи этого видео на нем собралось уже более 3000 человек, ссылку вы найдете в описании. Показал большой интерес к еще одной очень перспективной разработке проекта Modcam.ru, так называемому SLS-шлюзу. В этом обзоре я постараюсь рассказать, что это за устройство, что оно умеет и какие перспективы его развития. Как всегда, все шаблоны и ссылки в текстовом файле, ссылку вы найдете в описании под видео. Изначально идея этого SLS-шлюза заключалась в том, чтобы доработать стандартный шлюз Xiaomi путем замены его ZigBee-модуля, для того чтобы он смог поддерживать более широкий спектр различных устройств от разных производителей. От базового устройства оставался блок питания, динамик и LED-подсветка. Однако есть версия в виде самостоятельного устройства только ZigBee-модуля. Именно этот вариант и попал ко мне в руки. В этой модификации шлюз имеет собственный распечатанный на 3D принтере корпус. Выглядит он как таблетка диаметром 7,5 и толщиной чуть более сантиметра. Для масштаба я поставил его рядом с шлюзом Xiaomi 3 версии. Герой обзора гораздо компактнее, хотя самодельный корпус, конечно, проигрывает заводскому. В моей версии разъем питания сделан в формате microUSB. На корпусе предусмотрена возможность нажатия на кнопку сброса. Давайте посмотрим на его внутренний мир. Эта модель корпуса разбирается довольно легко, она держится только за счет центрального штифта. Форма и размер платы не случайны, они разработаны для установки в корпус шлюза Xiaomi вместо штатного модуля. ZigBee часть этой версии собрана на модуле CC2538 с усилителем CC2592 с использованием внешней антенны. Рядом видна разводка под модуль CC2530, такие версии тоже существуют. Wi-Fi часть на модуле от Express SIF на базе ESP32, который, кстати, имеет и Bluetooth. Это планируется использовать в дальнейшем для расширения функционала устройства, чему весьма способствует наличие целых 16 МБ внутренней памяти. Внешняя антенна на 3 дБ спрятана в корпусе и закреплена внутри на верхней крышке. В сочетании с усилителем ее вполне достаточно для покрытия среднестатистической квартиры. Также не стоит забывать про роль репитера. На обратной стороне предусмотрена разводка для элементов и соединителей для установки в шлюз Xiaomi, но в этой версии они не распаяны и сделано внешнее питание по USB. Существует разработка платы прямоугольной формы без возможности установки в шлюз. Мне лично такой вариант нравится даже больше. При первом включении шлюза он активирует точку доступа без пароля, либо нужно зажать боковую кнопку и подать питание, через 5 секунд отпустить. Я подключился к ней при помощи телефона. После этого нужно зайти в веб-интерфейс шлюза по адресу 192.168.1.1 и перейти по ссылке настройки Wi-Fi, ввести название и пароль для своей сети. Обязательно нажимаем сохранить и ждем, пока интерфейс перейдет обратно на стартовую страницу, после этого перегружаем шлюз по питанию. Далее включаем шлюз, находим новое устройство в карте сети роутера и вбиваем его адрес в браузер. Открывается веб-интерфейс шлюза. В главном окне информация сгруппирована по отдельным разделам. Данные о самом шлюзе, версии прошивки, количестве устройств, сетевая информация, данные о чипе ZigBee, статус соединения с MQTT и текущее время. Давайте сразу же попробуем подключить парочку устройств. В меню ZigBee выбираем пункт Join. Откроется окно подключения устройств. На нем отображается обратный отсчет автоматического отключения. Первым устройством будет кнопка Acara. На ней нужно зажать кнопку сопряжения, пока светодиод не моргнет 3 раза. Тут же данные об устройстве отобразятся в интерфейсе. В разделе «Карта» из того же меню ZigBee можно увидеть топологию сети с уровнем сигнала. Напоминаю, это все функции шлюза, Home Assistant о нем еще не знает. В меню «Devices» открывается перечень устройств в виде списка, номер, техническое имя, модель, уровень сигнала, интервью. Кликнув на нужное устройство, можем попасть в меню подробной информации о нем. Подключим еще одно устройство, это будет выключатель на одну линию, чтобы протестировать связку кнопка «Реле». Процесс подключения аналогичный. В списке теперь 2 устройства, нумерация их идет по порядку подключения к шлюзу. Обновилась и карта сети. В этой тестовой схеме есть только конечные устройства, роутеры могут иметь дополнительные связи. Шлюз позволяет создавать несложные автоматизации на своем уровне без участия системы умного дома. Рассмотрим пример. Сначала нужно задать friendly name устройству, которым мы будем управлять, реле. Имя будет отображаться в списке устройств. Далее заходим в устройство, которое будет управлять реле, кнопку на вкладку «Состояние». Кликаем на пустое поле справа в строке «Клик».
Здесь создаем простой скрипт в таком формате. Действие кнопки Single, Friendly Name Relay, состояние включить. Дальше аналогично на дабл-клик выключить. Обязательно сохраняем, используя опцию Save из меню Action. Вот как работает этот скрипт. Напоминаю, в Home Assistant мы еще ничего не подключали. Еще один пример. Тут по однократному клику переключаем состояние реле. Так работает скрипт переключения. При использовании цифрового датчика, например, температуры или влажности, можно использовать такую конструкцию, например, для включения вентилятора, обогревателя или увлажнителя. А теперь давайте подключим шлюз к Home Assistant. Для этого будет использоваться MQTT брокер, пока он не подключен. На стороне Home Assistant нужно поднять только MQTT брокер. Аддонов типа ZigBee to MQTT не нужно, если, конечно, вы не используете еще и USB стик. Можно совместно на одном MQTT использовать и стик, и SLS. На тестовом инстансе новая установка MQTT брокера совершенно пустая. В веб-интерфейсе шлюза в меню настроек выбираем пункт Link Setup. На этой странице выбираем первый пункт MQTT Setup. Тут прописываем параметры подключения к MQTT, адрес, порт, логин и пароль. Шлюз использует свою отдельную ветку, поэтому мешать работе ZigBee to MQTT, если он есть, не будет. Ставим галочки в чекбоксах Enable и Retain States. Сохраняем. Если все сделано без ошибок, на главной странице мы увидим статус MQTT подключено. В брокере в указанном топике появится устройство. Имена их топиков будут соответствовать их техническим именам. Обратите внимание на топик кнопки. По умолчанию в нем сохраняется последнее действие. Если вам не нужен постоянный последний статус кнопки, я, например, привык использовать их как событие, то в меню ZigBee Setup шлюза ищем опцию Clear States и отмечаем ее. После этого сохраняем. После этих действий тип клика не будет постоянно храниться в топике, а будет появляться лишь в момент события. Так автоматизация будет работать корректнее, не будет ложных срабатываний. Эта кнопка умеет генерить события. Одиночный и двойной клик. Hold удерживание и релиз, когда кнопка отпускается после удерживания. На момент обзора опция автоматического проброса в Home Assistant через Discovery Prefix не реализована, как в ZigBee to MQTT, но планируется быть сделана в будущем. Можно воспользоваться страницей проекта как шаблоном при ручном создании сущностей. Например, кнопка. В разделе сенсоров я создал две сущности. Одна будет отслеживать изменения атрибута клик, нажатие, вторая будет отвечать за уровень заряда. Примеры вы найдете в текстовом файле урока. Аналогично по этому же шаблону я создал сущность Switch для выключателя. Для состояния самого шлюза создаем бинарный сенсор, который будет активен при статусе топика Bridge State Online. Видно, как мелькает статус кнопки при нажатии. Этого достаточно для автоматизации. Если не ставить Clear States, то последний клик будет висеть все время. Программный выключатель реагирует моментально на изменение состояния физического. Еще раз хочу обратить внимание, что шлюз находится на этапе активной разработки. Уже не альфа, но еще и бета-версия, уже пригодная к использованию. Задел на будущее, например, это нативная IP. По моей информации, эта опция предназначена для облачного управления в будущем. Есть сервис синхронизации времени с возможностью установки часового пояса. Возможно, будет реализация скриптов на шлюзе с привязкой ко времени. Окно лога удобно для онлайн-отслеживания поведения сетевых элементов или, например, для отлавливания событий на сенсорах. В меню Action имеется и опция обновления прошивки. Использование модуля с 16 МБ памяти позволяет загружать файлы прошивки и обновлять шлюз без использования программатора. А здесь я вам еще раз покажу в режиме реального времени опции интерфейса шлюза в текущей версии прошивки.
На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, а также ссылки, купоны и распродажи по тематике умного дома можно найти на моем телеграм-канале, ссылку вы найдете в описании. До свидания, до новых встреч!